Два новых русских летят в Бразилию, ну и самолет уже заходит на посадку, стюардесса делает объявление. Уважаемые пассажиры, просьба не забывать на вашем отдыхе, что 50% населения женщин в Бразилии болеют СПИДом, а остальные 50% болеют туберкулезом. Один новый русский другому: слушай, что она сказала? Говорит, она сказала, что трахать нужно тех, кто кашляет.